Всем привет, меня зовут Олеся, и вы на моем канале о вязании. Я вас здесь очень рада приветствовать. Это видео мой новый влог, в котором я хочу рассказать вам, что же у меня происходит в моих процессах, что из процессов я закончила. Сейчас можно увидеть, да, что я закончила. И вообще, какие у меня новости, и что у меня в моей вязальной жизни происходит. В начале видео я вам вставляла небольшую нашу вечернюю прогулку. Мы гуляли по деревне. Здесь у нас около дома, и подходили к такому небольшому озеру, где плавают черные лебеди. На самом деле, до этого я никогда не видела именно вживую черных лебедей, и было очень интересно посмотреть, понаблюдать за ними, и я немножко поснимала, и также это вставила в видео, надеюсь, вам тоже будет интересно. Теперь вернемся к изделию, и, как можно заметить, толстовка для сына готова, она уже постирана, и здесь немного видно, что отличается чуть-чуть полотно тела от полотна воротника. Воротник еще недостаточно мягкий, вернее, не такой мягкий, как тело. Потому что тело уже при этой стирке уже стиралось второй раз, а воротник только в первый раз. И нужно будет, на мой взгляд, при следующей стирке немного его попробовать мылом отстирать. Возможно, будет лучше. В этот раз, как и в первый, я стирала в машинке на режиме шерсть с выключением нагрева воды. Но все равно можно заметить, да, что отличается немного полотно, но джемпер это абсолютно не портит. Еще плюс, вчера мы его выгуляли наконец. Он такой прошел небольшой тест-драйв. Я посмотрела, как это изделие сидит на ребенке, и теперь я просто на 100% довольна. Сейчас где-то на экране я вставлю вам небольшие видео, которые я снимала. Да, джемпер большой, он оверсайз, но он хорошо сидит на Томасе.
И я осталась очень довольна. То есть в движении, при ходьбе, при игре очень здорово, все закрывает, все именно так, как я хотела. Я просто очень сильно боялась, что он будет большой и будет ждать до осени, пока Томас подрастет немного. За лето он все равно подрастет, но нет, сейчас его можно носить, он отлично выглядит, и поэтому я осталась очень довольна этим изделием, хотя да, он длинный, сзади по спине так вообще практически ему попу прикрывает, потому что здесь я специально делала спинку немного длиннее, чем перед, но я осталась прям очень сильно довольна тем, как все получилось в итоге. И я рада, что так как мне пряжи не хватало, то пришлось вывязывать такой воротник стойко, но я рада, что так именно получилось. Такое изделие со стойкой я вязала в первый раз, до этого я вязала с капюшонами, но все очень здорово сидит на ребенке, и теперь, конечно же, это изделие пойдет в носку, и Томас будет его носить. Сейчас я его взвешивала. Общий расход получился 275 грамм, то есть это вместе с шнурком. И когда я смотрю на изделие, конечно, мелькает мысль о том, что все-таки нужно было вот здесь делать кетлевку по-другому. Здесь я делала так же, как я делаю, в принципе, всегда. Я набираю петли на две стороны, то есть по изнанке и по переду, и затем провязываю кетлевочный карман с одной и с другой стороны. Но в этот раз лучше было бы, если бы я проложила здесь строчку крючком, именно контрастным цветом, и затем поднимала из-под этой строчки петли, но ничего страшного. Думаю, так тоже все хорошо. По крайней мере, это не настолько мне не нравится, чтобы я брала и переделывала что-то. Да, возможно, с этой бы строчкой как-то было бы контрастнее и лучше бы сочеталось с отделкой по низу и рукавам, но даже без нее мне все очень нравится. Я вчера ходила и просто несколько раз комментировала то, что как же хорошо, что сидит хорошо на ребенке, потому что больше всего меня волновало именно хорошо ли он сядет на моего сына и будет ли ему в нем удобно. Томасу толстовка очень понравилась, он остался доволен, удобно, мягко, и главное, что ребенку нравится, а мама еще свяжет что-нибудь потом попозже. С этим изделием все, уже подробнее покажу его в видео о готовых работах, которое уже снимать нужно будет на следующей неделе, поэтому вот такие вот у меня продвижения и итоги по этому изделию. Следующее, что я хотела сказать, я начала вязать шапку для моей подруги, вернее, начала ее перевязывать. Вот так вот выглядит образец, и он намного более пластичный, чем была шапка в первоначальном варианте, так как эта шапка будет двойная еще и с подворотом, то есть она очень толстая, будет 4 сложения возле ушей, на мой взгляд, выглядит очень хорошо то, как смотрится полотно. Мне очень нравится. Здесь я теперь вяжу на спицах 3,5. Вяжу на деревянных лике, потому что у меня мои металлические 3,5 заняты сейчас на платье. Поэтому у нас на улице настолько холодно, что ко мне прилетела птичка. Там такой ужасный просто ураганный ветер, и птичка бьется ко мне в окошко, просит, чтобы я ее впустила домой. Боже, так их жалко. На самом деле очень холодно, и погода очень странная. От тепла к холоду постоянно мечется, и мы уже просто ждем не дождемся, когда же у нас наступит нормальная теплая погода. Жалко живность вообще. Так, вернемся. Перевязывала образец на 3,5 и так и вяжу. Как можно заметить, здесь я уже перешла на прямое полотно и вяжу просто
по прямой. На самом деле, вижу это громко сказано, я только один раз взяла этот процесс, то есть сделала все прибавки, провязала немного и отложила. Теперь сейчас занимаюсь другими своими процессами. Но этот процесс начат, и его можно брать и понемногу повязывать. Как я говорила уже в моих предыдущих видео, это изделие не к спеху, то есть это уже нужно связать к следующему сезону. Но время от времени я буду брать эту шапку и вязать ее. Можно заметить, что полотно кажется немного рыхлым. Я не сказала, для тех, кто не знает, это пряжа 100% кашемир Corsair от Loro Piana, 500 метров в 100 граммах. И вяжу на спицах 3,5. Вот, и в этот раз я пересчитала по образцу, и сейчас на шапку я набрала 108 петель. Предыдущий вариант шапки я вязала на тройке и на 3,25. Я начинала с тройки, но было очень плотно, затем я перешла на 3,25, но все равно было очень плотно. Поэтому я и перевязываю это изделие, потому что шапка была плотная, и в ней не было вот этой мягкости, слишком забито было полотно. Поэтому я предложила подруге шапку перевязать, на что она, конечно, с радостью согласилась. Думаю, будет намного лучше после перевязки, чем то, что было до этого. В каких-то из своих предыдущих видео я показывала, как эта шапка выглядела до перевяза. Если вам интересно и вы это не видели, то посмотрите какой-то из моих предыдущих влогов. На один влог назад или на два. Так что такой еще у меня процесс в процессе. И еще один аксессуар, который я тоже сейчас вяжу и покажу вам сейчас. Так, вяжу я носочки. Сейчас вторые у меня наизнанку. Первый уже связан носок. Так. Как вы знаете, я сейчас осваиваю пятку Strong, и это уже закрепление изученного материала. То есть эти носки я считала уже самостоятельно и провязывала уже самостоятельно. Здесь, как можно увидеть, вот так выглядит пятка. Из-за количества петель пришлось обрубить лицевую эту дорожку. Я пробовала продолжать ее или как-то разветвить, но было некрасиво. Я несколько раз перевязывала этот момент пятки, и такой момент мне нравится больше всего. То есть такой вид пятки больше всего меня устраивает. То есть вот так это все выглядит. Вот, это носки на размер 28, они для моего старшего сына. Выглядят пока вот так. Я примеряла, сейчас ставлю фотографию, примеряла на ноге, пока еще был не готов, не довязан мысок. На мой взгляд, сидела очень хорошо. И здесь также заборчик, ломаная резинка, 2 петли на 2 петли. Вот так выглядит. Это, как вы поняли, подобие носков Unisox от Ани Жильцовой, то есть принцип точно такой же, но то, что связано это не по описанию, а я сама считаю, сколько нужно рядов, там как разделить пятку, сколько убавок. Убавки я смотрела, то есть количество прибавленных и убавленных петель я смотрела в интернете, как просчитано для этой пятки. В принципе, всем довольна, то есть пока нареканий никаких нет. Попробую, посмотрим, как они будут носиться, будет ли ребенку удобно, не будет ли сползать эта пятка, но пока все, в принципе, хорошо. И, как можно заметить, начала я уже второй носок вязать, и вяжу я, как понятно, да, от манжеты, вяжу сверху до мыска. Потом я хочу попробовать вязать в обратном направлении, то есть от мыска и опять же с такой же пяткой и вверх. Я очень люблю обратное вязание, когда вяжут от мыска. Я сейчас осваиваю как классическое вязание, да, этой пятки сверху от манжеты, а потом хочу обратное освоить и посмотреть, как же так будет вязаться. Вот, так что такой процесс у меня, тоже понемногу вяжу,
и время от времени беру именно его. Здесь, как можно заметить, мои носочные тягу спицы, неразъемные, 2,25, на этом номере и вяжу. Это у меня был моток в 50 грамм, я его размотала пополам на две половинки по 25 грамм, и у меня не полностью ушел этот моточек, кое-что осталось. Там совсем немного, но, возможно, 20 грамм ушло на один носок. Я его еще не взвешивала. В общем, такие у меня пока новости. На этом пока все. И до нового подключения. Привет, это новое подключение. Я хочу показать вам, на какой стадии находится вязание платья. Сейчас переверну на лицевую сторону, то есть что-то наизнанку положила. И у меня провязано уже достаточно много. Ой, я очень извиняюсь за стучащие спицы. Сейчас я вам покажу. Вот так вот выглядит это все. И вот сколько полотна у меня уже провязано. Вот этот маркер обозначает 100 рядов, вернее 100 косичек. Этот маркер обозначает еще 50. И получается от этого маркера, даже нет, 60, я вчера переставила, этот маркер обозначает 60 между первым и вторым маркером. И еще мне нужно провязать 13 рядов, чтобы у меня было всего 173 ряда. И дальше я могу начать формирование скосов плеча и углубление горловины. Практически одновременно с началом формирования скоса плеча я буду углублять горловину. Практически на одном уровне они будут. Это деталь переда. И хочу показать, как отличается полотно до ВТО. Это полотно в процессе у меня. И вот так выглядит полотно после ВТО. То есть английская резинка здесь более стабильна, то есть оно как бы подсобралось, что ли. Мне после ВТО полотно нравится прям очень сильно. То есть оно совершенно другое, можно увидеть, да? Оно совершенно другое, оно абсолютно не такое, как до стирки. И когда оно до стирки, оно такое прям подвижное, оно ползет и вверх, и вниз, вот такое вот все. А после стирки уже такого нет. Да, оно тоже растягивается, оно тоже двигается, но оно уже более стабильное.
чему я на самом деле очень рада, потому что вязать платье английской резинкой, еще и деталями, это для меня очень тяжелое испытание, как оказалось. И я теперь все время переживаю, все ли нормально. Я уже жду не дождусь того момента, когда я сошью эти две детали и посмотрю, нормальная ли у меня ширина низа, потому что сейчас я переживаю именно за это, чтобы в этом платье можно было сделать шаг, чтобы можно было идти. Хотя там было все рассчитано с запасом, но без переживаний никуда. В общем, вяжу сейчас этот процесс, как вы можете понять, я углубилась в вязание именно его, поэтому и провязала столько много. Плюс еще сейчас у нас в гостиной лучшее освещение, я могу вязать вечерами, чего я не могла делать в нашей предыдущей квартире. Я этот процесс этот вязала только днем, поэтому он продвигался медленно. Здесь, конечно, вторая половина вяжется намного быстрее. И осталось, в принципе, немного работы, и можно будет довязать уже эту часть, но сначала нужно будет постирать, прежде чем собирать эти две половинки, переднюю половинку нужно будет тоже постирать, а потом уже приступить к сборке этих двух деталей. После этого останется также обработать горловину и останется пришить рукава. Но рукава будут небольшие, это будут вот такого, наверное, такой высоты манжеты, то есть это будут не длинные рукава, а короткие, поэтому, в принципе, работы останется не так уж и много. И вот что у меня по пряже. Если вот эта пряжа у меня еще есть, то вот это и все. Я прям в очень большой надежде, что на вязание детали мне хотя бы хватит. Ладно, уже с горловиной, ладно, с рукавами, но хотя бы деталь довязать было бы, конечно, хорошо, потому что даже не знаю, что буду делать, если пряжи не хватит, но надеюсь, в скором времени посмотрим. В прошлом влоге я рассказывала, я считала, какое количество грамм у меня осталось, и, в принципе, мне должно было бы хватить. Ну, посмотрим. Так. Это тоже все, и в дальнейшем я подключусь и расскажу, какие же у меня еще есть новости, о чем я хочу с вами поделиться. Всем привет! Смотрите, какая у меня красота! У меня просто нет слов, насколько я просто в диком восторге. Заметно, да, как я повторяю одно и то же. А это подарок от Кати Шаповаловой, и тут просто невероятное количество пряжи, невероятное разнообразие цветов, и я просто не могу перестать улыбаться, и не могу перестать перебирать эти моточки, любоваться ими, и в моей голове просто куча идей, что же с этим всем делать. Катя прислала мне остатки твида, остатки с бобинок, то есть здесь есть маленькие моточки, здесь вот, к примеру, 60 грамм, здесь есть поменьше, вот, 30 грамм, к примеру. Катя еще заботливо подписала все эти моточки, написала, какие здесь цвета и какое количество грамм. Катя, огромное тебе просто огромное спасибо за такой шикарный подарок. Это просто невероятно классно, и я не могу перестать улыбаться, уже который день хожу и все перебираю, их у меня рука не поднимается убрать их пока в ящик, и они у меня качуют то с кровати на стол, муж с меня смеется, что я все хожу их и перебираю, но я просто не могу перестать улыбаться и любоваться ими таким разнообразием. Некоторые цвета, которые я как-то пропускала на сайте, меня очень сильно удивили и очень прям порадовали. К примеру, вот такой вот цвет я постоянно проходила мимо с моей любовью к зеленому. Я почему-то пропускала этот цвет. Это цвет 5506. И вот такой вот он. На самом деле сейчас немножко высветляет, но очень красивый, просто вообще плюс вот этот цвет. Я не очень люблю синий, но этот мне прям очень понравился, 5514, вообще очень красивый.
И вот этот цвет 5585 сейчас очень светло передается. Просто снимаю возле окна. И здесь, по большей части, здесь, конечно, не влазит абсолютно в камеру все количество. Я вам сейчас ставлю фотографию, покажу, как они лежали у меня на кровати. И здесь практически все это одинарный твид. Есть несколько моточков двойного. Смотрите, как классно сочетаются вместе. Я хочу из вот этого попробовать связать жилет для сына. И вот, вот так, в принципе, хорошо смотрится. Очень классно. Это как раз вот этот зеленый, который я показывала, одинарный. Вот. Вот несколько моточков двойного. И плюс здесь есть твит махер. Сейчас я его найду. Найду. Так, это не он или он? Нет. Тоже нет. Вот, вот это он. Да, вот. Вот махер. И вот это маленький кусочек махер. Вот такие вот. Очень красивые. И здесь очень много таких прям сиреневых, розовых. И вот очень классные. И это два разных цвета. Я не знаю, хорошо ли будет видно то, что они отличаются. Видно вот по крапушкам, по цвету крапушек, видно, что два цвета разных. Два красных и два разных. Это 5503, который такой более красный. А этот, который более такой в бордовый, что ли, как в свеклу такой. 5524. Очень красивый. В общем, вы понимаете, да, как... А, вот еще махер. Вот еще махер. Да. Вот. По нему сразу видно, у него такие прям волоски. Вот, смотрите. Вот. Вот это твит махер. Прям такие волоски на моточках. На махер. И здесь такое огромное количество разноцветных моточков, что я просто не могу перестать перебирать идеи в голове, что из этого всего придумать. И сейчас то, что у меня прям загорелось очень сильно, я вам сейчас покажу. Сейчас поубираю все лишнее, хотя это, конечно, трудно сделать, но у меня здесь, как я и сказала, очень много получилось моточков розовых, там сиреневых. Сейчас все уберу. Вот, смотрите. Вот, тут есть прям розовые-розовые. Это тоже два разных розовых. Вот такие. И вот так выглядят. Вот тоже, казалось бы, практически одинаковые, да, но нет, прям разные цвета. Вот такие вот моточки. И из этого всего я хочу попробовать связать полосатый кардиган. Именно такой прям девочковый-девочковый кардиган. Очень неожиданная такая идея для меня, но прям хочется попробовать, аж не терпится взяться за образец. И этот кардиган я хочу попробовать связать с воротничком отложным, как на поло вяжут, но... Это будет именно не застежка пола, а будет кардиган, который можно будет полностью расстегнуть и застегнуть. И прям очень хочется попробовать. И, на мой взгляд, все цвета так классно между собой будут сочетаться, если сделать это полосками. Так что вот такая вот идея меня посетила. Надеюсь, она меня не покинет. И получится ее воплотить. Здесь много пряжи, здесь больше, чем 500 грамм, если взвесить в совокупности, поэтому на большое изделие
этого хватит 100%, и очень хочется попробовать, посмотреть, покомбинировать и сделать что-то такое очень интересное и полосатое. Плюс, конечно, очень много планов на остальные моточки. Обязательно к следующему сезону я свяжу своему младшему сыну какой-нибудь полосатый снуд, потому что такой снуд есть у старшего ребенка, и это просто незаменимая вещь. В нем не жарко, когда немножко припекает солнышко, но и абсолютно не холодно, когда ветрено. То есть просто я в восторге именно от этого снуда. Тот снуд, который есть сейчас у младшего ребенка из обычной мериносовой шерсти Extra Fine, он меня устраивает не до такой степени. Лукас в нем иногда ужаривается прям очень сильно. Поэтому я хочу связать именно из Soft Donegal Tweed какой-то такой интересный, полосатый. У меня здесь есть вот такие мне нравятся моточки. Именно такие синие-синие. Возможно, какой-то сделать полоски именно с голубым. Маленькие. В общем, не знаю, еще насчет снуда не думала. Мне, я когда увидела эту кучу сиреневого, розового, то я просто меня понесло куда-то. На самом деле здесь собраны цвета, которые я бы, если бы у меня был выбор заказывать, я бы, наверное, для себя очень в таком вот исключительном случае купила бы розовый. Не знаю почему, как-то я опасаюсь его носить, и я опасаюсь покупать такие цвета. У меня есть один розовый джемпер, который я вязала по описанию Вали Суходол, свитер Суходол называется. Я, если найду фотографию, я вам ставлю сейчас на экран. И я его не носила уже, не знаю, года полтора, наверное. Он у меня просто лежит, не знаю, кому бы его подарить. В общем... И здесь такой несвойственный выбор цвета для меня, такой рискованный, я бы даже сказала, но прям хочу попробовать, аж загорелась, такой азарт у меня проснулся, и очень хочется сейчас закончить вязание платья. Почему же я его так и продвигаю такими бешеными темпами? Потому что очень хочется закончить с этим процессом, который мне нужно связать и приступить к чему-то такому веселенькому, разноцветному и немного себя порадовать. Поэтому еще раз огромное спасибо Кате за такой просто невероятный подарок. Я просто, не знаю, в таком диком восторге от него, что даже передать не могу, насколько сильно. Спасибо тебе, Катя, еще раз, просто преогромнейшее. И на такой разноцветной девочковой ноте я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вы хорошо провели время в моей компании. Что-то повязали, посмотрели, послушали. Я буду продолжать свои процессы. И в скором времени, опять же, буду снимать видео и покажу, как же у меня все это продвигается. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Давайте общаться. Я очень люблю общаться с вами в комментариях и всегда стараюсь отвечать побыстрее. Не всегда это, конечно, получается. Я очень прошу за это прощения, что я задерживаюсь иногда с ответом, но не всегда удается выкроить это, эти две минуты, чтобы сразу же ответить. Я практически читаю всегда тогда, когда комментарий приходит, но отвечаю немного позже. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, мне будет очень-очень приятно почувствовать вашу поддержку. На этом все. Всем большое спасибо, до новых встреч и всем пока!